Ребята, всем привет! Прежде чем посмотреть на один из наших крутых влогов, где мы ходили в лес, мы хотим вас позвать ровно в 14:00 по МСК завтра на этот же канал посмотреть наш новый влог, который будет крайне эмоциональный, крутой, я думаю, вам понравится. Завтра в 14:00 по МСК не забываем, заряжаемся 20 минутами, 15, наверное, смотрим вложик от начала до конца, ставим лайк. Просто хотим попробовать выйти в топ Ютуба. Вы видите, да, мы маленечко обгорелись на иске. Вот. Это все будет завтра. Сейчас вы смотрите наш новый влог про то, как мы с белками общаемся. Про то, какие мы на самом деле это не самые умные люди. Вот. Но в принципе, нам скрывать нечего. Мы за счет этого, наверное, и наплыву. Настя, что долбишься-то? А? Настя? Ну что ты там вся уже в нетерпении? Че, не пускает? Настюха! Открой, блин. Настюха, заходи! Настюха! Начинаешься. Ты что, а что ты гонишь? А? Я туда сухо. Да все. Так все, кончилось. Нет. Ты будешь мыть тут все. И весь подъезд еще будешь мыть. Настя, кончилась вода. Давай сделай. Что сделать? Вот так. Блин! Какие полы тебе мыть? Везде, блин, нашу тарелку. Да блядь, заебал. Паш, ты реально только сырость разводишь. Какую сырость? Маленький, как мучелло. Настя, ты на улице? Паш, тебе по***ь. Все, закончим. Настя, тут реально телефон и камера, ты что гонишься? У меня хватает ума одеть только в коридоре. Тебе хватает еще ума прятаться за камеру, чтобы тебя и не облила. Да. Хватает. Блин, ничего. Иди мой, блин, все. Настя, что с тобой такая-то сырая? И тебе отомщу еще, понятно? Что ты за телевизор-то сразу прячешься? Она пустая, да? Так знала, блин. Я тебя в дуралейке. Настя, дай я тебя посвящу в дуралейке. Спизди орешка. Вон она уже ускакала. Вон она. Настя, я ее нашел. Конечно, она только что взяла, ей нафиг не нужны, она там уже обожрала сильно. Они еще, знаешь, какие хитрые? Они вот жрут, у них много, да? И придут, тебя все равно возьмут, спрячут и забудут, где спрятали. Жадность, потому что. Это ты в книжках начиталась? Это не да, сестра сказала. А ты в курсе то, что в книжках могут врать? Это не в книжках это. Это наяву. Вот ты красоточка, красавица. Так ты кушай тут, ля-ля. Боится. Она так тихонечко прям, такой мляк.
Ну-ка, Настя, да, я тебя сниму, ты такая красивая, когда приблизил. У тебя маленькая золотце, у тебя такая хорошенькая. Ну какая она мелкая, пиздючка хорошая. Да, кстати, вообще дорогие же. Футук это что? Так, давай сожрем сами, Настюха. Не, я не буду их есть, они тут валяют. Ты что, они вообще дорогие, давай сожрем сами. Жеребец. Настя любит жеребца. Смотри, как обратно. Новая жертва у Насти. Пиздючка. Оп. Че, Настя, это уже не жеребец, уже не то. Они вообще прячут уже. Вот наглая. Че? У меня последний остался, я не дам. Или я дать? А, да и она просто все прячет тут же. Ты ешь давай. А ты у нее, Настя, бери, вот где она зарыла, и еще раз ей давай. У тебя же ума-то хватит? Где она зарыла? Смотрите, реально хватило ума. Ё-моё. Просто дарит белке, белка прячет, Настя разворовывает. Тебе вообще стыдно хоть маленько, Настя? Настя, тебе вообще не стыдно? Нет. Смотри, идет. Это какая радость моё. Ничего нету. Дай поглажу. Дай поглажу хвостя. Дай хвостя поглажу. Она только жрать готова. Ей не нужно, чтобы ты просто так гладила. На. Смотри, какой она. Вот у нее такой хвостик прикольный. Хочу прям такую погладить, она им дает. Нам правда приятно, то, что вы постоянно с нами вот на лайв-канале. Вы правда прям вот у вас 60 тысяч подписчиков, но вы контент прямо сразу же съедаете. Вы прям любите нас, ждете выпуски. Такое ощущение, знаете, за сутки сразу же там 50 тысяч просмотров. Это, грубо говоря, как на основном нашем канале. Вот наша мечта, это сейчас секрет, раскрывается. Мы хотим everyday vlog вести для вас. Каждый день снимать, и мы к этому идем, чтобы мы были личностями, которые вам интересны, да, поэтому мы стараемся вам не пихать говно всякое. Маленькая жирненькая такса. И стараемся прямо быть с вами живыми, откровенными, искренними. Поэтому, ребятушки, влог-канал мы ни в коем случае не забросим. Это реально наша мечта. Наша мечта — вести everyday vlog, интересный, поучительный, путешествие, там, не знаю, что-то еще. Короче, ничего не получится, ты всегда всему что-то наговоришь, потом ни хера не получается. Нет, так я на YouTube не говорю обычно. Это я друзьям наговорю, у меня ничего не получается, а тут-то... А тут всем скажешься даже. Понюхай мою подмышку. Блядь, мне вкусненько. Блин, да это, пожалуйста, тоже не вставляй. Да, я твою понюхаю. Не да. Да, понюхай твою подмышечку. У тебя нож. Да, понюхай. Я тебе сказал. Люди думают, что мы идиоты. Так, Настя. А мы не идиоты. Настя, мы с тобой это уже обсуждали. Иди в лес вообще. Так куда ты в лес пошла? Все серьезно?